параллельном мире в дружественном сообществе опубликовали пост канадская команда, которая разработала обучающую программу, тренажер по некоторым сервисам Google Apps. И уже появилась эта программа Synergize в Google Chrome Web Store. После загрузки программа предлагает вам выбрать один из трех вариантов. Либо это Gmail, календарь или Google Drive. Политика ценовая такая, что для образования это бесплатно, но студенты стоят со звездочкой. И приписка такая, что берут с них $10, я так понял. Попробовал зайти в обучающую программу по Gmail. В блоге, в сообществе написано, после установки появляется приписочка «Тренировка». Первым делом заставил меня переделать русский язык на английский и сказал, что с русским не работает. И после нажатия на эту кнопочку тренинга показывает, что она умеет с указанием времени, за сколько времени она вас научит. За 19 секунд, за 30 секунд. Методически продумано очень правильно, кроме того, что рассказывает все это голос. Идет еще и рукопись, и текст напечатанный. Если, скажем, на слух я плохо понимаю английский, то с текстом это мне легче гораздо сделать. И кроме текста и голоса ведет меня путем подсвечивания кнопок и надписей, на которые, пунктов меню, на которые мне надо нажать.